Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Как вы заметили, в последнее время мало видео я выкладываю на YouTube. Конечно, для этого у меня есть причины – занятость. Но чем больше люди будут подписываться на мой канал и ставить лайки, уверяю вас, тем больше мотивации будет у меня находить интереснее темы и снимать больше полезнее видео. Идея снять этот видео появилась у меня, когда я посещал СТО для шлифования дисков. Почему я решил отшлифовать диски? Решил потому, что, как многие знают, эту машину я купил недавно с американского аукциона. И когда она приехала, диски у нее были слишком заржавленные от слишком долгой стоянки на парковке аукциона. Ну и что, если диски заржавленные, скажут многие. Да, заржавленные диски – это не принципиальная проблема. Со временем они под действием колодок постепенно сами отшлифуются. Да, отшлифуются, но износ колодок будет быстрым. И еще вторая причина, по которой я решил отшлифовать диски, это была легкая вибрация машины при торможении. Часто при торможении чувствовал еле заметную вибрацию, и сразу было понятно, что это связано с колодками и с тормозными дисками. Вибрация руля не была, хотя часто пишут об этом на форумах, и причиной этого может тоже быть тормозные диски. Так разберемся, почему. Вибрация может появляться по-разному. На рулевом колесе, по всему кузову, на педали тормоза. Сразу скажем, что основной причиной вибрации при торможении или биения руля при торможении может быть. Причина первая. Износ диска или ступицы. Вибрация при торможении может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки. Причина вторая. Сильный перегрев и деформация диска. Сильное повышение температуры может привести к деформации металла тормозного диска в разных участках. В этих точках тормозная колодка и диск при торможении соприкасаются и появляются вибрации. Диски при торможении быстро греются и быстро остывают, но значительное повышение температуры может произойти при спускании из горы. Причина третья. Неравномерный износ диска, то есть неравномерная толщина диска. Толщина диска в разных участках может варьироваться. Для эффективного торможения толщина диска по всей рабочей поверхности должна быть одинаковой, гладкой, без отклонений. Ну и также перечислю другие возможные причины, которые нашел в интернете. Дефектные покрышки либо диски. Разбалансирование колеса. Недостаточное давление воздуха в шинах. Износ компонентов ходовой части. Слабо подтянутые болты на колесах и так далее. Если кто знает другие причины, пишем в комментариях. Так что, друзья, было принято мною решение в первую очередь отшлифовать диски, так как, чтобы купить новые, для этого нужны космические деньги. Знакомые подсказали мне, где это в нашем городе делается более или менее качественно и профессионально. При обслуживании машины все время не было меня там, но потом мастера сказали, что переднюю левую тормозную диск пришлось отшлифовать два раза, чтобы ее выровнять.
Одновременно была куплена колодки немецкого производства и заменил все. Пишите в комментариях, насколько качественные эти колодки, если вы ее покупали, и какие вообще вы рекомендуете покупать. После этой процедуры вибрации при торможении исчезли, и теперь все в порядке. Ну и в конце видео просьба, если информация была для вас интересным и полезным, подписываемся на канал, жмем колокольчик и обязательно комментируем под видео. Спасибо всем за внимание.